преддверии Нового года представители администрации и муниципальных структур поздравили ветерана Великой Отечественной войны Каспичанина Мусуба Гаудинова с праздником. Они подготовили для него запоминающуюся развлекательную программу. Оплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Поздравить ветерана пришли заместители главы Каспийска Гусейн Ункилов и Арсен Шерифов, директор КЦСОН Заявудин Бахарчиев, начальник управления культуры города Аскерхан Гасанов, председатель Совета ветеранов Афганистана по городу Каспийску Магомедарип Якубов и многие другие. Кроме того, ученик Каспийской гимназии номер 11 Владислав Забазнов подготовил стихотворение для ветерана. Кто нам пример по жизни подает и служит ориентиром постоянно, желаем вам душевного тепла. Родные пусть почаще навещают, и чтоб здоровье было как скала, все с каждым годом только укрепляет. Завершилось мероприятие вручением новогодних подарков и общим фото.